Героиня сегодняшнего эпизода – Маргарита Левчук. Пожалуй, что самая известная оперная исполнительница Беларуси. В 2020 году, еще до начала президентских выборов, Маргарита была вынуждена покинуть сцену из-за давления со стороны руководства театра. Она активно включилась в кампанию Светланы Тихановской, в результате чего была вынуждена покинуть родную страну осенью 2020 года. Сейчас Маргарита живет в Вильнюсе и сотрудничает с Национальным театром оперы и балета Литвы. Маргарита известна десяткам и сотням тысяч белорусов не только своим оперным талантом, но и незабываемыми ироническими образами, которые она создает в социальных сетях. Вось и лето нема, и зимы, и не только. Возбудилась СК, и шукают мотолька. Мы писали туда, письма шли бандеролькой, что лютуя лука, а им потребен мотолька. Откуда появилась эта идея? Как родился этот образ? Это очень интересная история, на самом деле, потому что я, когда сюда приехала, мы, естественно, с кем начинаем взаимодействовать? С людьми, с революционерами, которые такие же, как и мы, правильно? Вот, и я, значит, пришла в штаб, там, где раньше еще вся наша оппозиция была. И, значит, Андрей меня тоже увидел, Андрей уже был там, он давно уже переехал. И, значит, говорит: слушай, ты оперная певица, я блогер, я играю на гитаре, давай сделаем какой-нибудь проект. А у меня тогда, были концерты еще там по Европе, и я говорю, что: Андрей, я бы с радостью, но у меня все расписано, график плотный, и как бы, и мы вообще-то заниматься такой вот блогерством каким-то, это не мое. Все-таки опера, я оперная певица. Как-то это не солидно. Как-то это, да, знаешь, для оперной певицы это было как-то не очень понятно. И потом, конечно, когда карантин, все, мы сидим все дома, и я Андрею предложила: так, у тебя есть гитара, у меня есть голос, давай запишем какие-нибудь песни на белорусском языке. Он такой: давай. И мы, значит, записали поздравление «Колядочки» с Новым годом, нашу белорусскую песню. Людям понравилось, люди начали писать, что: вау, так это классно, ребята, давайте вот такую песню спойте, давайте такую песню спойте. Мы поняли, что наши белорусские песни нужны людям, и мы таким образом их поддерживаем. Ой, колядочки, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки. И все, мы начали петь. Потом паук все равно мне начал там: слушай, песня это хорошо, давай вот свой такой проект замутим, где мы будем стебаться над властью. Я все-таки как-то, нет. А потом как-то на пропагандистском телевидении нашем вышло интервью там с какой-то песней, такой, советской, и очень какой-то непонятный, ужасный текст там был: «Накажи их, Боже, накажи там тех, кто оторвался от народа». И я смотрю вот этот вот, и у меня прям рождается ролик сразу же. Я звоню пауку, звоню там остальным нашим всем революционерам, говорю: ребята, у меня есть просто гениальная идея, как стебануться вот над этим. И паук такой: наконец-то! Я же тебе говорил, что вот этим надо заниматься. Я говорю: давай, все, я готова. Накажи их, Боже, накажи всех, кто оторвался от народа. Я держу таблички в руках, типа там: я оторвалась, я переобулась, там, пожалуйста, верните меня обратно, киньте денег на карту, чтобы добраться до страны. То есть это был такой стёб, и людям понравилось. Там 1000 просмотров, и мы такие: вау, так это значит классный контент, людям хочется это видеть, люди хотят это слышать, потому что в Беларуси они не могут этого делать, в Беларуси они не могут говорить правду, потому что сразу их прикрывают. А мы здесь, мы так с пауком прикалываемся, что чик-чирык, мы в домике, и нас никто не может здесь достать, и мы можем говорить и петь правду. И самое главное, что мы можем стебаться над нашей властью, а Лукашенко это очень не любит. Это очень задевает режим. Конечно же, если бы мы были в Беларуси, мы бы уже после первого ролика сидели бы в тюрьме с пауком. Вот. А так как мы здесь, мы можем себе это позволить. И белорусы нас за это благодарят. Я батька, я батька. Так точно. Григорович самый лепший президент на планете Белоруссия. Максимум уважения. И
после его рычей в мозгах стабильности есть после укусия. Это, конечно, присуще. И он говорит очень точно. Точно. Тросянка звучит очень сочно. Так точно. Мы ощущаем, что он жесточайший неврот. Пробивая дно. Как ваша семья, оставшаяся в Беларуси, отреагировала на то, что вы переехали в Вильнюс? Вы сейчас про семью творческую? Или про мою личную, родную про семью? Про семью родную. Ну, слушайте, мои мама с папой уже давно привыкли к тому, что они живут далеко от меня, я от них далеко живу, я путешествую, гастролирую, и для них это уже нормально. Я уже так, наверное, лет 12 с ними живу, да, то есть мы там раз в там, 3 месяца можем встретиться, да, но каждый день созваниваемся. И для них, конечно, это было, ну, очередные гастроли, все. А потом я сказала, что мама, пап, я не вернусь, потому что вот смотрите, на меня завели дело. И действительно, когда к ним пришли из милиции за мной, вот, и спасибо большое, что обыски не производили там у нас, а просто принесли дело, прям папку принесли, вот на меня какое-то там досье, фотографии, распечатки, что ваша дочка, значит, там такая вот плохая, мы ей дадим 30 суток и еще штраф там большой. То есть я должна была сидеть 30 суток, вот, за, просто за протесты, да, за высказывания свои. Недавно к моим родителям опять приходили. Поступила жалоба в Генеральную прокуратуру уже на меня, на мое творчество. Якобы я своими высказываниями, значит, оскорбляю власть. Вот. Не знаю, что будет дальше, но вот они опять приходили. Но они же знают, что я здесь, я не прячусь, я везде ставлю геолокацию, я здесь. Ну, то есть, ребята. Но они почему-то каждый раз приходят и спрашивают, где я. Чем отличается атмосфера для солистки, для исполнительницы, у которой есть очень яркий характер, очень яркий почерк, как у вас имеется. Какие возможности для вас имелись в Минске, выступая в театре, и здесь, в Вильнюсе? Режим Лукашенко, он везде проник просто. И, естественно, в театре он тоже есть. И это прям вот советская система, и я с ней постоянно боролась на протяжении 4 лет. Мне все было чуждо, мне хотелось свободы. Конечно, ну, там тоже работают профессионалы, и я очень всегда тепло и положительно отзываюсь о коллегах. Но, естественно, когда ты работаешь в одном театре, там есть вот это вот болото, которое все варятся, да, эти все сплетни. Вот почему мне не нравился именно вот театр своими вот этими сплетнями бесконечными, какими-то интригами. Там, если ты какую-то партию поешь, ты уже, значит, там встречаешься с дирижером. Ну, то есть, вы понимаете, да, вот все вот такие штуки. Мне это ужасно не нравилось. Вот. А когда я приехала сюда, например, в Литовский театр, я поняла, что тут как-то такого и нет. То есть нет этой советской системы. Все как-то на позитиве, все как-то улыбаются, все свободны, и все свободно могут творить, дышать. И вообще атмосфера просто была какая-то колоссально положительно позитивная. То есть мне очень понравился мои коллеги уже теперь, да, когда я приехала и начала со всеми общаться, все настолько открытые, все настолько доброжелательные, вот тут этих вот каких-то интриг, перипетий, этого вот нет и до сих пор нет. То есть я общаюсь со всеми ребятами, и все очень тепло и классно ко мне относятся. То есть тут какая-то вот такая семья. Я не знаю, как это объяснить, но вот здесь семья, реально. И я, когда 1,5 месяца мы репетировали тут «Кандид», и это все закончилось, я просто пришла в гримерку, и я плакать начала, потому что, ну как, я не хочу отсюда уезжать. Здесь было так хорошо, знаете, когда вот находишь какое-то свое место, здесь было так хорошо, что мне хотелось уезжать просто. Все настолько было круто и свободно. Вот что мне нравилось, что здесь есть свобода, и ты можешь творить. И тебе никто там не будет говорить, нет, ты должен там петь вот это-то. Нет, здесь все как-то настроены на какую-то доброжелательность и на какую-то работу адекватную, да? Никто не хочет тебя тут как там, как у нас делают, да? Ты раб, сиди и молчи, будешь петь вот это. А здесь все как-то подходят к тебе с пониманием и с душой, что ли. Такая массовая зачистка, она культурного сектора Беларуси, она коснулась не только театра, оперы, конечно, балета. Вы что, все уже, все, кто мог, уже уехали из страны.
Потому что, во-первых, ты не можешь там творить. То есть тебе запрещают, ты написал какую-то песню протестную, все, тебя могут посадить. Там тебе, ты уже в черном списке, чтобы вы понимали, что у нас есть до сих пор черные списки. Я в него, естественно, сразу попала после того, как я высказалась публично. Просто написала, что я не с Лукашенко, живи Беларусь. Все. Но после этого я автоматически попала в черный список, и я не могла выступать в Беларуси. Что в тот момент побудило вас совершить такой поступок? Что стало последней каплей, которую вы больше не могли уже терпеть? Ну, мы с марта месяца начинали читать уже какие-то непонятные новости, и ты каждый день думаешь, а где дно? А когда вот оно уже пробьется? А его нет, и конца и края ему нет. Ты просто читаешь и, ну, обалдеваешь от того, что как такое вообще возможно. Каждый день вот это происходит на твоих глазах и с твоими там друзьями, да. После того, когда разогнали жестко очередь в магазин Symbol Buy, когда наш, там, вещи с символикой, да, то есть они там, там вообще кошмар, то есть то, что происходило. И там были мои друзья, и они это все рассказывали, что там было. И это просто вот... Я думаю, все, надо, ну все, это просто вот точка кипения, и мне нужно высказаться, потому что я публичная личность, и публичные личности начали уже говорить об этом, потому что понимаете, что это страшно, да? И все, я поняла, я сижу, пишу пост, я рыдаю просто, потому что я только что посмотрела, что там их избивали и забирали в автозаки, просто очередь людей, они ничего плохого не делали. И все, я написала пост. И мне сразу начали писать журналисты, звонить. Я просто в таком коматозе начала еще давать интервью. И, естественно, на эмоциях там наговорила вообще все, что я об этом думаю. Вот. И потом мне там начала звонить родня моя, потому что я, мой брат ВДВшник двоюродный, и он служит, ну, работает. И я ему просто... Я тогда сказала, что если вдруг я выйду на улицу, а мой брат меня будет убивать за правду, то, ну, пускай он подумает вообще, да, с кем он, на стороне народа или на стороне вот этого узурпатора, да? Когда у нас случились эти протесты, там, 9, 10, 11, после этого просто голоса у меня лично не было. Потому что на стрессе, на нервах, ты постоянно плачешь, ты боишься выйти из дома, потому что, ну, тебя могут там... Люди за мусор выходили выбрасывать, их забирали просто. И то есть ты в каком-то стрессе, и твой голос не понимает, что происходит, и ты не можешь петь просто. И я реально выходила из этого состояния благодаря уличным протестам. У нас же там первые недели были уличные протесты, мы просто там с утра до вечера ходили на разные акции, и вот одна из них акция была там у филармонии, у Купаловского театра, мы выходили и пели народные песни. И слава богу, что были эти акции, я хоть немного как-то с людьми начала петь, потому что выходишь петь, я первую акцию, я просто испугалась, у меня не было голоса, представляете, я там Купалинка начинаю запевать, а голоса нет. И я такая, что происходит вообще? И, то есть это был стресс для меня. И для остальных музыкантов то же самое. Они не могут творить, не могут писать, не могут играть. Потому что читаешь эти новости, там, и когда твоих друзей убивают, да, некоторых, избивают, забирают, пытают, унижают всячески. Вот эти обыски бесконечные, которые они производят, запугивание это. Ты просто не можешь там существовать. Поэтому очень много людей уже уехало. Темная ножка, темная ножка, одешлая дочка. 2020 год для всего мира и для белорусов самих совершенно по-иному показал роль женщин. Насколько женщины могут быть не просто наблюдательницами за тем, что проходит, насколько они могут быть вовлечены, быть катализатором событий. Что для вас, ваше представление о женщине в Беларуси, изменил 2020 год? Ой, да, почему-то вот нашу революцию называют женской революцией. Ну, это, наверное, потому что она ассоциируется, естественно, с тремя женщинами, да, с Колесниковой, с Цыпкало и с Тихановской. Но, а почему она стала женской? Да потому что до этого наших всех мужчин уже посадили. И все, и за них вступились женщины. Женщины сейчас рулят вообще везде. Поэтому, ну, не удивительно, что женщины все взяли в свои руки. Потому что все, надоело быть слабыми.
мы сильные, и мы можем заявить о себе, и мы можем постоять за своих мужчин. Что Лукашенко думал, что он посадит мужчин, и все, а женщина — это вообще кто? У нас же Конституция не под женщину, он же говорил. А женщины поняли, что, ну, надо спасать мужчин. А что мы можем еще сделать? Мы можем просто выйти на улицы и показать, что «Саша, смотри, ну, ты проиграл здесь, потому что ты думал, что мужчины тебе сейчас тут делают революцию, ты всех пересажаешь, и все, и женщина будет дома котлеты жарить». А нет, посмотри, женщина тебя выиграла в выборах, она тебя просто 97% сделала, а у тебя 3, Саш, все, живи с этим, тебя сделала женщина. А ваше осознание себя как белоруски за этот год, за год протестов, как оно изменилось? Когда ты вот ездишь, где-то путешествуешь, все люди такие открытые, позитивные. Приезжаешь в Беларусь, там просто как будто бы все носят чемоданчик с ядерной бомбой сзади, и просто вот такие все, господи, ну только не посмотри в глаза. Ну то есть как это вот такая напряженная была атмосфера. И потом, после всего вот этого, что случилось, ты понимаешь, насколько ты начинаешь любить вообще белорусов. Я даже и представить себе не могла, что белорусы могут быть настолько солидарными. Что у нас происходило вот во времена до выборов и после выборов. Там, например, даже я приходила, ну, то есть я высказалась против режима. Я прихожу, например, там за платьем каким-то, и мне говорят: «Маргарита, спасибо вам большое, что вы сказали правду, мы дарим вам это платье». И ты такой: «Да ладно, серьезно?» То есть люди так начали помогать друг другу деньгами, всем чем угодно, машины надо завести, мы тебя завезем. То есть у нас какое-то открылось вообще, до этого у нас такого никогда не было. А сейчас, например, вот если ты встречаешь где-то белоруса, и он БЧБ, все. Ну то есть вот я сейчас снимаю квартиру, там кому-то нужно пожить, пожалуйста. Кому-то нужно одолжить денег, пожалуйста, ты можешь не отдавать, серьезно. Вот, то есть вот эта солидарность, и она еще больше начинает как-то нарастать, и ты понимаешь, что ну это же круто, когда ты можешь отдавать, и тебе белорус отдает. А самое главное, что белорусам сейчас нужны, это обнимашки. Мы просто все, когда встречаемся, мы просто все обнимаемся. Вот первый раз ты видишь человека, и это самые крепкие объятия вообще за всю мою жизнь. Вот объятия белоруса. Белоруса с белорусом. И ты в этих объятиях понимаешь все вообще, всю боль там и всю радость того, что ты осознал, что мы единая нация, что мы вообще как родня, мы все родные друг другу. Даже родня, которая тебе по крови родня, она не такая сейчас родня, как вот родня с БЧБшными адекватными белорусами, которых ты встречаешь. Вот. И что немаловажно, то, что нас сейчас объединяет наш родной язык. «Погоня» Богдановича и «Моление за Беларусь» Бородулина. Угу. Две очень сильные композиции. Да. Вы их как раз исполняли во время благотворительного концерта здесь, на этой сцене. Угу. Чем каждая из этих композиций отлична для вас? Может быть, у вас есть свой фаворит? Они очень разные, но тем не менее. Конечно, разные. Слушайте, ну «Моление за Беларусь» — это реальная молитва. Ты просто подсоединяешься ко всем высшим силам и просишь, чтобы этот ад остановился уже наконец. И там же такие строчки, что «Боже, верни до дому души». А ты понимаешь, что ты и есть эта душа, которая хочет домой вернуться. Это же так просто — вернуться домой. Я больше ничего не хочу. И от этого максимально ужасно ты себя чувствуешь в этот момент, когда исполняешь. Ты поешь про себя просто. Как Бородулин вообще мог... Вот как этот текст вообще актуален и по сей день? Вот это просто не укладывается в моей голове. Кажется, что он писал про тебя просто. А этому тексту 30 лет уже? Вот. И окажется, что он... Вот, мне 31. Откуда мог знать Бородулин, что когда мне будет 31, я буду вот чувствовать именно это? Это просто какой-то космос, когда ты вот эти строчки, кажется, себе поешь просто. И реально получается молитва, потому что ты молишься не только там за себя, но и за весь белорусский народ, который оказался в такой же ситуации, как ты. А «Погоня» — это, конечно же, как наш гимн. Все, это гимн. То есть, когда ты слышишь «Погоню», мне сразу хочется встать под бело-черно-белым стягом,
смотреть на погоню, на наш герб, и просто максимально от начала до конца с гордо поднятой головой слушать гимн. Вот как спортсмены это делают. Я бы очень хотела, чтобы у нас было оперников такое, когда ты побеждаешь на конкурсе каком-то, ты становишься... Боль в сердце тревожным почую, за краину родимую жах, вспомнил острую браму святую, и поехал на грозных конях. У меня с нашим гимном, там, и с флагом, который сейчас вот в Беларуси, да, красно-зеленый, никогда такого не было. Я никогда не гордилась им. Мне, наоборот, было даже немножко, признаюсь, стыдно за дизайн нашего флага, когда ты выступаешь где-то там сзади тебя, на конкурсе, я помню, на Тенерифе приехала, пою такая, и сзади этот флаг, и я такая думаю, боже, а можно его как-то, просто напишите Маргарита Левчук, Беларусь, не надо флага. Почему-то мне все время как-то к нему отношение такое непонятное. А вот здесь ты можешь стоять, петь свой гимн, ты будешь гордиться не только гимном, там, флагом, но и народом, и своей страной. Это же прекрасно, это замечательное чувство, и я хочу это испытать на главной площади у нас в Беларуси, когда будет миллионы беларусов стоять и слушать наш гимн, смотреть, как развивается наш флаг, и смотреть на наш герб. Литовцы не ревнуют, что вы поете про стародавнюю литовскую погоню, находясь в Вильнюсе, но по-белорусски? Послушайте, мне кажется, что никто не ревнует. Мы все понимаем, что у нас одинаковая история, да, Великое княжество Литовское. Даже белорусы, у нас же есть такая шутка, что Вильня наша. Ну, мы так шутим, потому что, ну, мы реально один народ. Просто так получилось, что нас разъединили, и всю жизнь, вот мою сознательную, нас как-то пытались отстранить друг от друга, что якобы мы не вместе, вообще литовцы — это какие-то там непонятные люди. Но нет, у нас же одна история, мы же единый народ. Моя прабабушка была там из Литвы, у нее даже была такая кличка, там, не знаю, как в деревне говорят, Литовка, наш Литовка. Ну, то есть понятно, что мы все литвины, да? И все вот так уже сейчас перемешаны, но и это, конечно, прекрасно и приятно, что вы нас сейчас поддерживаете. Вы себе не представляете, какую вы огромную даете поддержку белорусам. Как вы нас здесь приютили, как вы развиваете наши флаги. Это, ну, для нас это очень важно, потому что мы не можем это сделать в нашей стране. И мы чувствуем вашу колоссальную поддержку и просто, ну, готовы вас всех обнимать и целовать за вот такое отношение к нам. Маргарита, за практически год, проведенный в Вильнюсе, наверное, этот город можно уже назвать домом. Я думаю, что да, может быть. Я нигде так долго, ни в одной стране не жила никогда. Поэтому, возможно, да. Но я себя здесь чувствую реально как дома. Особенно, когда ты видишь кругом БЧБ-флаги, конечно, ты думаешь, что ты дома. И когда ты смотришь на вашу погоню, как у вас она называется? Витязь. Да. Только у нас, конечно, там есть немножечко отличия, да? Но все равно тебе кажется, что ты дома. Вот ты даже, может быть, визуализируешь это, знаешь, что это будет вот у тебя в стране. Ну, конечно же, я, как настоящий патриот своей страны, хочу вернуться в свою страну и жить там. Я хочу, чтобы не было между нашими странами границы. Я хочу, чтобы мы просто вот могли переезжать и быть как одна страна, потому что мы и есть одна страна. Поэтому я себя чувствую здесь как дома, да. Тем более, когда за тобой никто не гонится, не ломится в дверь, ты себя чувствуешь в безопасности. Такой, знаешь, как будто бы на каком-то острове счастья находишься. И просто благодаришь Бога за то, что ты не в тюрьме, а ты в прекрасной стране. Вообще-то, когда начинаешь там учить чью-то биографию, читаешь, там, Манюшка был в Вильнюсе, да, Скорина был в Вильнюсе, и ты такой думаешь, вау, ну, сейчас я в Вильнюсе. Да, что-то все дороги ведут в Вильнюс, понимаете? Ну, раньше же Вильнюс это был прям центр, там, культуры, то есть весь мозг собирался здесь, да, вся элита, можно так сказать.
И сейчас, посмотрите, лучшие люди Беларуси вынуждены, я не только про себя говорю, их тысячи нас здесь, которые находятся, лучшие люди Беларуси, достойные сыны своей страны, находятся опять в Вильнюсе и нашли здесь для себя второй дом, да, пристанище. Но я не знаю, почему так происходит. Видите, вот история все равно нас как-то вот вместе сталкивает. И, наверное, это хорошо, может быть, чтобы мы, наконец, поняли, что у нас есть наша с вами общая история, и мы не должны терять ни в коем случае вот эту нить, потому что мы неразрывно связаны друг с другом, мы должны быть вместе, потому что мы один народ. Ну и что у нас по-разному называются страны, ну и что мы на разных языках говорим, но суть-то одна, с чего все начиналось. Забыть тебе не маю сил, не раз утомлены дорога. Мы с вами пришли как раз-таки к тому месту, где жил Рыгор Ширма буквально 100 лет назад. В этом доме с 28 по 39 год жил белорусский фольклорист, хоровый дирижер и диригент Пречистинского собора. Это этого. Рыгор Ширма. Кто не знает, Брестский музыкальный колледж носит имя Григория Романовича Ширмы. Я его закончила, этот колледж. Вот тут он жил, в этом домике. Спасибо вам большое, Маргарита. Живи Беларусь. Вам. Живи вечно. С вами была Талака. В новых эпизодах мы продолжим знакомство с невероятными женщинами, которые объединили белорусское общество. До новых встреч!